Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 июня. И вот сейчас перед тем, как идти домой на обеденный перерыв, я вот здесь подсела к зелени, дегустирую все свои салаты. Ведь именно в это время, вот когда листики салата такие маленькие, молодые, они самые вкусные, самые полезные. Я уже вот наелась крест-салата. У меня вот этот крест-салат, забава, вот такой прям пикантный, с таким ярко выраженным, с таким с хреновым вкусом. Ну, с хреновым не с плохим, а со вкусом хрена. Короче, такой вот хренок прям. Вот этот салат тоже очень-очень вкусный. У меня вот новинка в этом году — вишневая дымка салат. Видите, какой необычный. Он вроде зеленый, как чуть-чуть с вишневым налетом. Тоже вот после дождя что я люблю? Можно не мыть, не носить домой зелень, не мыть, а прям просто подойти и покушать в огороде. Сейчас шпинат самый вкусный. Вот он такой сочный у него лист. Такой, как именно такой, как нужно. И сочный, и нежный. Еще немножко, и он зацветет, потому что он жару не сильно выносит. Сейчас покажу. Вот здесь у меня уже есть цветочные кисточки, видите? Бутончики. Уже он выбрасывает стрелку. И я хочу оставить несколько на семена. Остальные нужно сейчас подъедать. И вот, подойдя к этой грядочке с салатами, я сначала здесь поем салата, всяких шпинатов, крест-салатов, а потом уже иду на обед. Так что я экономлю время, не мою, не режу. Вот сейчас прошел дождик, они все чистенькие, хорошенькие. Ну, это в моем понятии. Кто-то, может быть, не приемлет такие способы поедания салатов. Но я ем все нормально. Очень вкусно, прям сочная такая зелень. Так и чувствуешь, когда жуешь, что там пищат витаминки. Все. Выращивайте салаты. Не знаю, как вы. Я вот первый период, когда вот только-только они начинают. Я прям салат, для меня это все. Могу есть и с сыром, и с рыбой, и с мясом. Половина салата, половина вот чего-то другого продукта магазинного. Очень хорошо. Витаминоз убивает, восполняет витаминки.